А, подожди, Фарс, зайди, знаешь куда? Заткнись. Что? Немножко дискриминирует. Гуся Мудося. Здорово. Это ты, блядь? Здорово, негр. Здорово. О, привет. Ищем баги, ищем, ребята, не должны быть. Крыса, что ты сделаешь, блядь? Сейчас смотришь, блядь, курва, блядь. Ты курва, блядь. Твоя мать курва, и твоя мать курва, блядь. Ой, хорошо, тепленькая. Подождите, я просто пердел. Ой, побежал ты отсюда. Чё? Чё-то больно немного. Конечно, источники просто. Я Никита, я хороший мальчик, всем привет. Смотри, я поменялся. Не, это хрень. Раз, два, три. Ботиночки, блядь. Мамины бродяги, папин симпатяк. Клан, вести имя клана. Подожди, не нужно. Нет. Не спеши, паровоз, не стучите колеса. Зайди в общий чат и просто что-нибудь напиши. Выдумывай. О! А Чемпионник 8-8-3-9-6-2-6-6-6. 8, кто за мной хер? Бля, я назывался по-другому, Парас. Блин. Ту-дун-тун-ту-дун, сука. О, супер ниндзя черепушки, ныне жалкие букашки. Ой, пацаны пришли все ко мне. Подожди, мне интересно, с той стороны просвечивается? Подожди, я сейчас пойду гляну. О, Куся, привет. Блять, я, ребятки, как бы все. Осип, пригодись. Да я пытаюсь. Ну недалеко я дошел, честно. В общем, Осип, вывод, в таком мире ты бы не выжил долго. В таком мире, где насквозь можно пройти через трубу. Жигуль, ты самый старший и самый опытный из нас. Спасибо, что был с нами. Группа крови на рукаве, понял? Тебя ник не помещается. Отъебись меня. Ой, сука. Придись. Отпрыгнул ты. А, змея. Сука. Ой, меня съели. Ребята, я бегу к вам. За родину, за Донбасс. О, блядь, стрелял. Меня ранили, братишка, брат, братишка. Я тоже. Гуси, меня вывалились кишочки. Перемотай меня изолентой. Заштопай чуть-чуть немножко. Ой. Два дауна, блин. Я застрял. Вы что, дебилы, что ли? Я не могу выйти. Труба была липкой. Да, блядь, вы... Выйди! О, я вылез. Как ты так умудрился застрять? Не знаю, я прилип. Просто пытаешься, короче, вылезти из какой-то мутной трубы и, короче, по камням ее разбираешь, чтобы вылезти. Такой... История Осипа, который не смог. О, Осип, я так же, как ты стал. Ха, прикольно. Я не могу выйти. Пожалуйста. Я аж 2 опа получаю. Я понимаю, что ты получаешь аж 2 зеленые, но, блядь, ты не вы... Блядь, не тесновато, ребят. Мы, короче, Горыныч. Ты хорошая игра, что я скажу. Пиндос, блядь. Да срать мне на пиндосов, я в дружбе живу. Гнусный пидор, невкусный гнида. Трасса почему не ставится? Ой. Что это такое? Тихо. Что за хрень? Я не успел. Я рухнул. Блядь, а в костер что будет? Конченый, блядь. Я не знаю почему, но я сел на костер, у меня кость жопы сломалась из-за этого. Ты щетины свои трёшься об мою ухо. Прости, милый. Чё, мутируй. Видик, что ли? О, видит! Он убежал отсюда. Боюсь, это спаривание какое-то. Внимание, вы находитесь на территории закрытой зоны. Спасибо, ну, у нас очень закрытая зона. Опять ко мне бросается. Да я хочу просто заложить проход, умереть спокойно. Дорогая администрация, я начал играть за коренных. Прошел буквально немного до миссии убить 5 крыс. Мы с пацанами накупались в местной реке, освежили подмышки, после чего полезли в трубу за КамАЗом, чтобы согреться. На улице апрель, еще холодно. Прошли немного внутрь и застряли намертво. Намертво. А релок не помогает, ничего не помогает, люди не помогают. Никто не помогает. Последняя надежда на вас. Я Диаком купил новый ради вашей игры, а теперь не могу поиграть. Очень хочу поиграть. Прошу помочь, выбраться не можем. И компенсация какая-то моральная бы не помешала. С уважением, Сергей. Ну, ребят, здорово. Я вас потерял. Бля, я потерялся. Пацаны, я в дверь не могу пройти. Толстенький стал. Блин. Толстенький. О, пошел. Стал. Простите, пацаны. Осип, ужаса падает. Ой, я упал. Пошли дальше. Побежали. Я умер от кровотечения. Сука. Ой.
Я немножко троился. Сейчас сдохну, сука. Горбачева нашел плакат. Мы в дереве. Еще во втором этаже? Да. Спустись. Я забыл как. Пацаны, снимите меня. Ты, блядь, дурак? Здорово, Вася! Помоги! Как дела? Как дети? Гуся лол, что? Своего заманил, подожди. Подожди, может пусть придет крыс? Пусть нас убьют. Примани. Че, ведет? Да. Ой, она не хочет. О-о-о-о, все! Все, все, ребята! Самоубийство! Да, ответили! Я спасен! Вообще-то у нас здесь еще. Блять, почему? Стоп, не помогло. А я обманули, блядь. Ой, я с Осипом. Осип! Осип! Что? Предатель! Я как Ингрейс действовал. Аккуратно, там обстрел! Да я вижу. Гуся! Да ладно, и мамке главное не говорить. Короче, знаешь, что надо делать? Надо, блядь, на картонах ходить, чтобы не замечали. Сука, прицел, прицел! Сел, я руку бандита убил. Нормальный чувак был. Я шо, убил? Иди вот нахуй, бля, я тут воюю. Это Ромка бандит, как ты его убить можешь, блядь? О, кусок говна. Пистолеты торчат, стреляют, блядь, из трубы, сука. Ой, Осип, ты чё? Нет. Ты как Дедушка Мороз. Так, я, короче, на безопасной зоне буду стоять, ребят. Так, пока микроволновка. Ребята, не помогу! Ребята! Твари! Ты не тот слэш, не тот слэш ставишь. Да господи, первый раз же я вел все нормально. Я что, дебил, что ли? Значит, игра, в принципе, так, типа, прикольно? Хуйня. Да, спасибо за теплый Андрей. Апрель. Сука, апрель, блядь. Апрель, охуеть, холодно. У нас газ отключили. Тепла нет. Вот. Ну и как-то так. Похоже, нельзя это до... Лол! Густо, ты шел, резко в лесу превратился. Отъебись меня.